На Рязанском направлении Московской железной дороги станция Люберцы-1 входит в число лидеров по числу происшествий. С начала года на границах округа зафиксировано 31 несчастный случай. В результате под колесами составов погибло 24 человека. Неутешительная статистика стала темой расширенного заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Переход железнодорожных путей в неположенном месте считается главной причиной происшествий. Нередко жертвами несчастных случаев становятся пешеходы под градусом. Очень много статистика нашего надзорного МВД на станции Москва-Рязанская дает показатели, что люди находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в связи с чем, в том числе и по личной неосторожности, получают травмы. По мнению участников заседания, снизить аварийность на железной дороге поможет профилактическая работа с пешеходами. Систематической должна быть борьба с несанкционированными переходами. Чтобы предотвратить выход людей на рельсы, вдоль путей устанавливаются ограждения. Рассматривается возможность строительства дополнительных пешеходных мостов. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.